Кирилл Георгиевич, раз уж мы заговорили про осень, я хочу напомнить вам осень, а точнее сентябрь 2013 года. Это Италия, друзья, представим себя в осенней Италии, это без сомнения прекрасно. И для того, чтобы музыкантов вот вытащить из зоны комфорта, они на самом деле сами любят это делать, сами любят пробовать новые жанры, мы сегодня уже об этом говорили. Давайте представим, дорогие друзья, что вы сейчас находитесь на конкурсе. Конкурсе баянистов, аккордеонистов, который проходит в итальянском городе Лучано, и соревноваться вам сейчас придется с молодыми исполнителями со всего мира. Вы же сами этого захотели однажды? Сами это себе придумали? Давайте повторим еще раз тот самый момент из истории вашего дуэта. И прозвучит танго Астора Пьяццолла.